Всем привет, любители шахмат. Начинаю урок по шахматам. Найдите лучший ход за черных. Здесь конь белых на F3 связан. Мы споймали коня белых. Найдите лучший ход за 1 минуту. Такой интересный мат. Сейчас найдите другой лучший ход. Найдите лучший ход за черных. Найдите лучший ход за черных. Тяжелая задачка. Здесь у черных сильный слон. Цель хода — заставить его отойти на b5. В общем, слаб нападаем на плохого темного белого слона. Сейчас найдите лучший ход за белых. Здесь белые проиграли пешку. Нужно конем пьем.
Сейчас я ищу ход за белых. Позиция в белых лучше. Здесь белые отдали пешку черным, чтобы захватить центр. Здесь в белых меньше фигур. Будем играть до последнего. Сейчас найдите ход за белых. Ищем ход за белых. Здесь черные теряют коня. Белые могут провести ферзя. Пешку в ферзе. Сейчас очень сложная задачка. Скушайте меду. Ищем лучший ход за черных. Это неправильный ход. Правильный ход бить коня. Ищем правильный ход. Здесь черные выиграли фигуру.
Все. Ищем новый ход. Видите, лучший ход для черных. Здесь у черных меньше фигур. Поэтому будем создавать. Будем пытаться выиграть. Хотя всегда должна стоять на полуоткрытой линии. Черных. Пытаемся изменять слабого черного слона на сильного белого. Так, пытаемся захватить центр белых, белый захватывает черный центр. Это нестандартные шахматы. Начался шахматный турнир. Отдаем слона, чтобы выиграть. Найдите лучший ход. Найдите лучший ход за белых. Пытаемся хорошо думать. Так, это мы играли сейчас на ничью. Найдите лучший ход за
черных. Неправильно. Ставим красивый мат пешкой. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Всем удачи.